Всем привет, с вами Серега, и сегодня я вам буду показывать грузовую лодку. Вот. Рассмотрим ее поближе. Вот. Ну, типа, здесь изменений нету. Ну, как в этой машине, здесь нету секреток. Но это лодка специально, чтобы перевозить небольшие грузы. Но здесь тоже, как типа, есть салон. Уберем человечка. Вот. Сейчас. Там вот тоже есть руль. Вот. И этот пацан вроде бы любит музыку. Вот он. Вот. И он перевозит колонки. Как же без магнитофона? И сумки с вещами. И сейчас я вам, кстати, покажу вещи вот из этой сумки. Ну вот. Самые нужные вещи. Это, ну вот, деньги. Маленький телефончик. И паспорт. Сейчас раскроем его. Ну, паспорт я сделал сам. Так как паспорта настоящего нету. Ну вот, так вот. Маленький паспорт. Ну и все, в общем-то. Мой обзор закончен. Да. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.